Елена Болгова в малом бизнесе давно, уже 15 лет она занимается пошивом одежды по индивидуальным заказам. Только раньше она делала это на дому. Теперь бизнес-климат изменился, Елена решила выйти из тени и шагнуть в новый, хорошо освещенный во всех смыслах, коворкинг-центр. Выгоду от такого шага она аргументирует четко и по пунктам. Представляете, вы клиент, не каждый человек пойдет к незнакомому человеку домой, это раз. Во-вторых, я хотела бы работать в открытую, чтобы платить налоги, не бояться каких-то проверок и тому подобное. В конце концов, делать отчисления в пенсионный фонд. В мастерской праздника, а именно так называется только что открывшийся коворкинг-центр, можно не только сшить костюм, но и купить букет цветов в дизайнерском оформлении, посетить косметолога, сделать маникюр, заказать туристическое путешествие и еще много-много всего. Как для клиентов, так и для стартаперов. В общей сложности почти 300 квадратных метров для самореализации и развития. Занимаемся частными праздниками, от детских дней рождения, и потихонечку выходим на взрослые массовые мероприятия. И для нас коворкинг стал такой базой. Учредитель базы уверен, за подобными проектами будущее, ведь это альтернативная, а главное, дешевая замена привычным офисам. Аренда помещения на весь период – это дорого. Есть, соответственно, там летний период, когда загрузка маленькая. Но снимая в аренду помещение, вы платите за 24 часа в сутки, за 7 дней в неделю и за весь год. А здесь, получается, вы платите только за то время, которое потратили на свой процесс. Среди гостей мастерской праздника также представители администрации Ленинского района и министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан. Разговор о потребностях и возможностях малого бизнеса продолжили уже в конференц-зале. Надо найти механизм нам с вами, чтобы такие площади больше появлялись, чтобы компании вырастающие могли дальше уходить на другую площадку, чтобы мы создали пайплайн, создали поток таких компаний, которые вышли из тени, начали вести бизнес, окрепли, поняли, как можно, в принципе, зарабатывать. Министр отметил, что вышедших из коворкингов бизнесменов, их дальнейшее присутствие на рынке должно осуществляться при поддержке торгово-промышленной палаты, которая сможет и отстаивать интересы предпринимателей, и регулировать их взаимоотношения между властью и контролирующими органами. Михаил Решетов, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.